Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube канала. Это видео будет о древнем, буду их называть древние сооружения в Сардинии и древние, такое ручное, как оно называется, ручное оружие богов Ваджара, вот, которое тоже, его изображение встречается в Сардинии, в Древней Греции, не только там, и на Ближнем Востоке. И вопросы всех вопросов, почему это ручное оружие Ваджра в виде такой вот перемычка и два вот таких вот, как они их называют, щипцы вот такой вот типа, которое излучало молнии, метало молнии врагов. По крайней мере, согласно мифам и легендам, древнеиндийским и древнегреческим. Все боги метали молнии в их врагов, по крайней мере, основные боги, что в Индии, что в Древней Греции, и на Ближнем Востоке в том числе. И издавала такие раскаты грома, ну, такие. Называется в этой древней Индии это оружие называлось Ваджра, а в Древней Греции название его не сохранилось. По крайней мере, я его не знаю. И на Ближнем Востоке тоже как бы названия нет, оно только в изображениях. Фотографии все, почти все или все предоставлены от пользователя на Facebook. Девушка, я покажу ее фотографии. Ее страницу на Facebook, ее имя, я попросил у нее разрешения использовать некоторые из ее фото в моем видео. С соблюдением ее копирайтов, ссылкой на ее страницу на Facebook. Ну и с личного ее разрешения. Все остальное об этой Ваджре на Сардинии и о древних мегалитических сооружениях в Сардинии вы увидите дальше видео. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube каналу. We'll be right back.
Thank you.
I'm not.